Мы начинаем новый цикл передачи телеигры «Наш самый-самый». В этом году эта игра проходит второй раз. Сегодня в этой игре принимает участие команды первой школы и шестой. Итак, школа номер один, 5 А класс, команда «Умки». Классный руководитель Савченко Анастасия Юрьевна. Капитан Старенков Стас. Вторая команда, школа номер 6. Класс 5 Б. Команда называется «Улыбка». Классный руководитель Гусева Ирина Борисовна. Капитан команды Букин Илья. Итак, дорогие друзья, наша игра будет проходить по раундам. За победу в каждом раунде, кроме первого раунда, будет присуждаться очко. Одно очко. Итак, эта игра проводится под девизом «Дети трехтысячелетия». Итак, первый раунд. Раунд презентации. Слово предоставляется команде «Умки». Молодцы! Слово предоставляется команде «Улыбка». Sure.
является программой школы, но оставьте детский, беззаботный смех. Любит поиграть наш дружный класс, потому-то он и весел так сейчас. Вот соперники, а вот жюри, путь победе труден, что ни говори. Нам доверено с тобой провести удачно бой, чтоб находчивость и знания проверить. Хоть соперник непростой, мы с улыбкой примем бой, и победу нашу все мы будем верить. Хоть соперник непростой, мы с улыбкой примем бой, и победу нашу все мы будем верить. А сейчас серьезнее, у меня в руках досье. Совершенно не секретно, Гусева Ирина Борисовна, наш классный руководитель, истинный педагог высшей категории, учит великому и могучему, а также прекрасному, доброму, ясному. Наш добрый друг, наставник, педагог, под силу с вами нам любое дело, любой пойти в разведку с вами мог, и в конкурсе участвуем мы смело. Напутственное слово, добрый взгляд, победе будем радоваться вместе. Сегодня каждый скажет из ребят. Живется вместе с вами интересней. Пусть бегут дни за днями, и не знаем мы сами, отчего потеряли покой. Ведь улыбка на месте, и опять мы все вместе впереди увлекательный бой. Все мы верим и в удачу, и в хорошую игру. Очень жаль, что эта встреча только раз на год. Капитан наш, дружочек, ты не вешай носочек, впереди испытания у нас. Победим, проиграем, мы пока не узнаем, ты улыбкой поддержишь. Все мы верим и в удачу, и в хорошую игру. Очень жаль, что эта встреча только раз в году. Помогут трудичам. Но главная надежда, ребята, все ж на вас. Итак, большое спасибо, молодцы! Итак, за первый конкурс презентации команды получают по очку для начала. Итак, дорогие друзья, второй интеллектуальный раунд. «Мой город». Пожалуйста, по одному человеку от каждой команды. Я прошу занять места за своими пультами. Вы знаете, что совсем недавно было 35-летие города, и в честь этого события был выпущен праздничный буклет. В этом буклете было много полезной информации. Итак, значит, конкурс заключается в следующем. Будут заданы видео-вопросы на телевизоре, да? Если вы готовы отвечать, вы нажимаете кнопку. Кто первый нажмет, тот и отвечает. Сейчас мы потренируемся. Пожалуйста, нажмите кнопку. Вот так вот. Она нажала быстрее, поэтому ты уже... Твоя кнопка не сработает. Понятно, да? Понятно. Если у вас готов ответ, вы нажимаете кнопку и отвечаете. Если ответа нет, то ход переходит к сопернику. Понятно, да? Вы должны ответить в течение 30 секунд. Итак, внимание, вопрос. С именем какого из русских царей связана Свято-Екатерининская пустынь? Отвечайте в микрофон. Алексей Михайлович. Ответ
Правильный. Второй вопрос. Внимание, вопрос. Какое село в древности принадлежало герою Полтавы, светлейшему князю Александру Меньшикову? Пожалуйста, ответ. Село Ермолино. Ответ правильный. Третий вопрос. С родом каких русских князей в XIX веке была тесно связана усадьба Суханова? Ответ, пожалуйста. С князьями Волконскими. Правильно. Четвертый вопрос. Какое село Ленинского района, расположенное на высоком берегу Москвы-реки, было загородной резиденцией великих московских князей? Село Островское. Село Остров. Ответ засчитывается. Пятый вопрос. Как появилось название железнодорожной станции Расторгуево? Ответ, пожалуйста. Был такой купец Расторгуев. Ответ правильный. Итак, с общим счетом 4-1 побеждает команда «Улыбка». Она получает очко. Итак, следующий конкурс. Конкурс «Мозаика». Надо 3 участника от каждой команды. Я прошу здесь остаться пока, с этой стороны. А вы ко мне подойдите сюда. Значит, в вашу задачу будет входить... Ну, вы все когда-то в детстве играли в кубики. Есть такая игра, в кубики складываете животных и прочее-прочее. Вот сейчас вам нужно будет сложить любимых своих... Ну, не своих, может быть, вы их не любите, но все равно каких-то героев из каких-то мультфильмов. Так, ближе сюда, пожалуйста. Вот так вот, сюда, ага. Значит, вам дадут пакет, и кто там будет фотография. Вы по этой фотографии будете складывать из этих ровненьких квадратиков этот рисунок. Значит, хочу пояснить. На каждом квадратике есть 2 дырочки. За эти дырочки вы будете вешать на гвоздики вот эти квадратики, и тогда получится рисунок. Не переворачивайте, не примеряйте, не переворачивайте квадратики дырочками вниз, вбок и прочее-прочее. Один ориентир. Дырочки должны быть сверху. Итак, я прошу дать мне мозаику. Поскольку у нас выигрывает команда «Улыбка», то право выбрать пакет представляется «Умкам». Пожалуйста. Итак, внимание, подожди. Каждый подходит к своему щиту. Вы сюда, вы туда. И по команде начнете. Подождите. Итак, внимание, начали. Так, фотографию нашли фотографию. Thank you.
Есть! Победила команда Умки! Она получает очередной балл! Итак, счет стал 2-2. Итак, в этом раунде будет 5 видео-вопросов из ваших любимых мультфильмов и сказок. Кто быстрее нажмет кнопку, тот и отвечает. Следите внимательно за вопросом, который будет поставлен. Вы смотрите на телевизор. Вы смотрите на телевизор. Внимательно слушаете и смотрите. Вопрос и ответ. Если у вас готов, вы нажимаете кнопку. Итак, внимание, первый вопрос. Какие волшебные слова говорил Емеля щуке? Не кусай меня под мышкой, злой. Ага, щука! Ага, попалась голубушка! Тихо, тихо. Нет ответа. Следующий вопрос. Изумрудный идем дорогой трудной, идем дорогой трудной, дорогой прямой. Заветный сын желания, и станет добрый зубы, и Элли возвратится. Что просил у мудрого Гудвина Страшила? Ответ. Страшила просил у Гудвина мозги. Ну, близко, близко ответ засчитывается. Внимание, вопрос. Кого превратился братец Иванушка? Пожалуйста, ответ. Братец Иванушка превратился в козленочка. Ответ правильный. Внимание, вопрос. Куда ты, мой папа? Пока еще не знаю. Как зовут главных героинь в художественном фильме «Королевство кривых зеркал»? Пожалуйста, микрофон говори. Оля и Ело. Правильно. Пятый вопрос. Как зовут циркача в сказке «Три толстяка»? Да здравствует народ! Да здравствуют три толстяка! Пожалуйста. Дибо. Ди. Первая буква какая? Ди. Д. Т. Д. Ответ неправильный.
Итак, со счетом 2-1 побеждает команда Умки. Ответ правильный — Тибул. Т. В первом вопросе ответ правильный — по щучьему велению, по моему хотению. Прошу на место. Конкурс «Баскетболист». В конкурсе могут принимать участие и мальчики, и девочки. Первыми будут выступать команда «Улыбка». Итак, дорогие друзья, вам будет предоставлено право сделать по одному броску. Засчитывается попадание в кольцо, как обычно в баскетболе, да? Вы подходите к синему буйку и оттуда бросаете в кольцо. И уходите, садитесь на свое место. Понятно, да? Итак, пожалуйста, первый подходит. А мы дружно считаем, кто больше наберет баллов. Так, следующий. Следующий. Есть! Два. Три. Пожалуйста, подходит команда «Умки». Пожалуйста. 10. Бросаете и сразу садитесь на место. Итак, в этом конкурсе победила команда «Улыбка» со счетом 3-1. Итак, музыкальный конкурс «Караоке». Нужно по 2 человека от команды. Подойдите ко мне, вот сюда. Этот конкурс оценивает компьютер. Кто больше наберет баллов, тот и победил. В общей сложности. Понятно, да? Один получит 20, другой 21, будет 41. Понятно, да? Внимание, свет. Чанга лет круглый год.
наше счастье постоянно жив. Кокосы ешь бананы, жив, кокосы ешь бананы. Чунка-чанга, чунка-остро, чунка-остро. Жить на нем легко и просто, жить на нем легко и просто. Чунка-чанга, наше счастье постоянно жив.99 очков. Пожалуйста, второй участник этой команды. Песенка «Крокодила Гены». Песня «Улыбка». Вставай туда, туда, туда. К буйку вставай. Улыбки станет всем теплей, и слону, и даже
тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Пожалуйста, следующий участник. Песня кота Леопольда. Я иду и пою обо всем всем хорошем, и улыбку свою я дарю прохожим. Если в сердце чужом не дойду ответа, неприятность эту мы перевернем. Между прочим, это мы переживем. Я небес высоко, ярко солнце светит. Да чего ж хорошо жить на белом свете, если вдруг грянет гром в середине лета. Неприятность эту мы переживем. Между прочим, это мы переживем. Мелкий дождь бьет в окно, хмурится природа, но известно давно, нет плохой погоды. Все желтеет кругом, их уходит лето. Неприятность эту мы переживем. Между прочим, это мы переживем. Свет. Итак, в этом конкурсе победила команда «Улыбка». Она получает очередной балл. Раунд «Умелый хозяин». Участвуют мальчики. По 10 человек. Я прошу капитанов подойти ко мне. Капитанов подойти ко мне. Значит, конкурс будет заключаться в следующем. Вы должны будете, каждый по одному, забивать гвозди до тех пор, пока будет играть музыка. Как музыка кончится, да? Значит, вы прекращаете забивать гвозди. Считаются до конца и правильно забитые гвозди. Понятно? До конца и правильно. Загнутые не считаются. Внимание! Приготовились, начали! Thank you.
Я прошу капитанов подать свои бруски. Одиннадцать гвоздей забила команда «Улыбка». Восемь гвоздей забила команда «Умка». Итак, очко получает команда «Улыбка». Восьмой раунд. Интеллектуальный конкурс. Загадки. По одному представителю за пульты. Итак, внимание, вопрос. Не зверь, не птица, а нос как спица. Летит, кричит, а сядет, молчит. Кто его убьет, свою кровь прольет. Ответ. Аист. Нет. Комар. Правильный. Пожалуйста, следующая загадка. Среди двора стоит копна. Спереди вилы, сзади метла. Ответ. Береза. У вас есть ответ? Правильный ответ – корова. Следующий. Под соснами, под елками лежит клубок с иголками. Пожалуйста. Это ежик. Правильно. Следующий. Рыжая хозяйка по лесу прошла. Дорожки-дорожки хвостом подмела. Лиса. Правильно. Последняя загадка. Живу в лесу и на лугу. Я порчу в огороде грядки и удираю без оглядки. Пожалуйста. Это заяц. Ответ правильный. Итак, 2-2. Ничья. По одному баллу зарабатывает та и другая команда. Следующий раунд. Раунд «Ленточка». Я приглашаю по одному участнику от каждой команды. Вот так вот. Приготовились. Начали! Есть! Есть! Победила команда «Умки». Конкурс «Сюрприз». Нужно по два человека от каждой команды. Значит, понятно, нужно накормить своего товарища как можно быстрее. Внимание! Начали!
Все? Итак, умки справились быстрее. Итак, они получают балл. Счет 6-6. Итак, дорогие друзья, у нас с вами сегодня в последнем конкурсе 6-6. Но играем до победного. Итак, конкурс «Ленточка». Начали! Победное очко команде приносит, победила команда «Умки». Итак, сегодняшняя игра закончена со счетом 7-6 в пользу команды «Умки».